расскажу. Значит, теперь посмотрим, переверни. Вот здесь опустили капли. Вы уже слышали про него, там, где айболит обезьян лечил. Все, видите. Да, вот Африка, конечно, далеко. Вот здесь вот есть материк Австралия. Где кенгуру живут, а вот океан голубенький. Мы с вами занимался. А где это? Нет, все, нет. Кстати, только подарки будем получать. А тогда можно у нас следующий. Ты любишь подарки получать? Я у тебя заказывала. Будем. Так, давайте сейчас смотрим сердце. Очень понятно. Ой, нет, оставь лучше себе. Я знаю, некуда, давай Ребята, вам не интересно посмотреть, где Тина живет? Да! Вот, смотрите, Наташа вам показывает. Вот здесь, вот озеро Верхнее называется. Это Тина? И Владик. Не нарисованный город. Тут бородавки. Вот в этом районе. Скажите Тине привет по-английски. Кто помнит, как ты? А вот сюда скажите. А Тина? Тина, смотрите, совсем с другой стороны. Вот где мы живем, вот совсем с другой стороны земного шара живет Тина. Да, видите, как далеко? И вы всегда спрашиваете, Ваня, почему Тина не приезжает в гости? Потому что это очень далеко. А сколько дальше она приезжала? Да, примерно 10 часов на самолете. Света. Долго? Да, очень долго. Стрелками нарисованы морские движения. Куда они? А у нас 4 океана. Ой, не 4, а вот... А я вам этот глобус оставлю, вы можете его смотреть. И там... У нас много воды. Он говорит, еще я здесь вокруг вода, здесь суши. Да, кто запомнил, где Тина живет, кто может сам сейчас уйти. Сначала давай, где мы живем? Мы не запомнили. Ну-ка, давай, вот сейчас Ваня еще раз Наверное, все привезли. А где же вам дельфинов-то возьмут, если они не приехали, еще вам приедут? Вот здесь. Она оленя ферма. На оленей ферму съездим, олени еще никуда не уехали. Вот, где? Вот на оленей ферму. Правильно, молодец. А что вы с ним там тоже останется? Я оленей ферму. Сейчас, а потом... Алло. Ты куда? Короче, Китай находится. Алло. Давай, тогда. Алло. Ну, где Тина живет? Что, новый фотоаппарат? Алло. Давай. А ты где тот? Тот? Ну. Давайте я найду. Я тоже знаю. Так, вот они. Вот, так, Качпанова тоже? Да, да. Вот, она. Это не то, Качпанова. Она лишняя. Она лишняя. Я же не то. Смотрите, сейчас мы смотрим. Давай, там. Тина, hello! Ну-ка, дай Грише. Я знаю. Тина, здравствуйте. Земляная. Да, правильно. Люшка. Лиша. Сейчас Гриша, сейчас Гриша показывает. Сегодня мы сейчас несколько подарки будем получать. А тут я не заказать, да? Да, да, да. Ты не забываешь. Кать, Кать, ты не надо, как не надо, как бы купила. Тина купила. Так, я сейчас тебе расскажу. Вот тут и Тина живет. Тина купила. Лан, правильно Гриша показывает? Да, правильно. А Света, Света, а где мы, Гриша, живем? Да. Она принесет. О, мы не знали. Она принесет. Ребята, мы... Ребята, мы этим летом мы ездили в гости к Тине, и она вам передает кучу-кучу подарков. И она привезет их? Мы их уже привезли с собой. И вам сейчас надо просто сесть и ждать своих подарков. Я у нас такси. А вот, смотрите, северная южка. Давайте, начинай задавать. Я хочу такие постики. Я люблю вас. Так, ребята,
Помните, у нас с вами был проект, и мы рисовали картинки, да? Да. Вот. Вы знаете, для чего вы их рисуете? Для Тины. Для Тины. А что потом Тина с ними делает? Она фотографии делает. Она их в магазин отводит и их покупают. Да, правильно. Фотографии потом там делают. Да, молодцы. И вы уже таким образом можете зарабатывать деньги. И вот среди вас... Тина выбрала 4 самых понравившихся ей рисунка. И у меня вот тут есть такой небольшой для вас подарок. Сейчас я назову 4 победителей, кто выиграл в этом конкурсе. Остальные не расстраивайтесь, мы еще с вами порисуем, и у вас будет еще возможность нарисовать красивые картинки. Мы их опять отдадим Тине, и она снова выберет новых призеров Каршап. Так, а и каждому, значит, каждому человеку по 2 открытки. Вы можете одну оставить себе, другую подарить другу. Так, вот, номер 1, Марина. Вот, смотрите, какая красивая у нее. Марин, покажи, пожалуйста. Тине очень понравилась твоя картинка. Да. Так, дальше. Ваня! Да. А помнишь, как тебе было сложно рисовать, и ты не мог придумать долго, да? Ну смотри, ты не зря старался, и вот такой вот результат. Держи. А что, две одинаковых? Да, 2 одинаковых. Никита! Тина назвала вот эту вот открытку «Уральские горы». Ей очень понравилось. И последняя, Катя. Кать, покажи. Вот это называется «Кошкино Рождество». Тина назвала эту картинку «Кошкино Рождество». Она сама назвала? Ничего не строила. Так, а еще у нас недавно было день рождения у Марины. Когда и у вас 9 мая. 9 мая. Марта. И у Тани. Марта, а у тебя когда было? У меня у вас 24 мая. А у Васи когда? 4 июня. Июня? Совсем недавно. Ну, в общем, Тина вас хочет поздравить с днем рождения и дарит вам открытки. Вася, ну тебе мы тогда в следующий раз привезем, хорошо? Что? Открытку. Которую поздравительную. Там написано на английском языке. Таня. Вы потом откроете, я вам переведу. Вон Таня. Это же Марина, Таня. Да, молодец, Ваня. Уже умеешь читать, да? Там лежит вам открытка поздравительная. Да. Потому что, конечно, там ты. Да? А сейчас вы готовы получать? Да! Мальчики у нас джентльмены? Да. Девочка, девочек вперед пропустите. Сначала да. Девочек. Да. Так, ну вот смотрите. Так, у меня вот тут целая такая сумка подарков для девочек. Так, сейчас Тина сама выбрала, что каждому из вас подарить. Она сама решила. Поэтому я сейчас буду показывать по очереди каждый подарок и рассказывать про него. Вы внимательно слушайте, а потом я назову, кому этот подарок. Хорошо? Чего заказывали? Ладно. Да. А я сказала. Попросили. А я там заказывала. Смотрите, что у нас тут есть. Вот такая вот красивая кукла Барби, да? И у нее вот тут вот еще целый гардероб есть. 2 платья. Это Катя заказывала. Так, одно вечернее, а другое дневное. Катя, сейчас она скажет. Да, сейчас я скажу. Это Марине. Ой, спасибо. А ты что это? А ты что это? А ты не сказала вот это еще, которое у нее надето? Да, еще она в купальнике. Это она на куклу заказала? Да. А я снимаю. Внимание, сейчас дальше будут подарки. Так, вот эта кукла балерина. Вот с такими черными волосами, с красивыми. И она стоит, она не как обычная кукла Барби, она не на каблуках, а вот так вот на носочках, на пуантах стоит. Как вы думаете, эта кукла даже похожа на ту девочку, которой она предназначается? Кому? Таня. А, это Катя. Катя, правильно. Похоже ведь? Да. Это на Каспану похоже, у нее такие же волосы. Можете сразу открывать.
открывать этих кукол, смотреть. Стан, там листочки. Это я заказывала. Так, а вот эта такая кукла в купальнике, без одежды, а одежда идет вот с сапогами, сумочкой, это все отдельно. Это я заказывала. Какой заказ? Да, это заказывала Катя, держи. Узнала. А я вообще не купила. Я узнала, что это я. Я не купила. Так, смотрите. Есть а еще у вот такая. Кто-то у нас заказывал русалку. Да, а ты сама приносишь. Полина. Я заказывала. Полина. Полина заказывала. Так. А смотрите, какая красивая русалка. И у нее вот такой хвост. И тут еще написано, что она может менять цвет. Если, смотри, вот тут есть кружечка. Если налить в нее холодную воду и полить ей на хвост, вот здесь вот на картинках это показано, то у нее хвост станет другого цвета. Это Таня. Хочешь узнать, какого я цвета? Я знала, что я... Она будет менять? Да. А, спасибо. Тебе только надо попробовать. И попробовать. И попробовать. Так. И еще, смотрите, еще одна русалка, и она тоже меняет цвет. Это я заказывала. Полина, мама, я да, еще да, что-то... А я еще тоже что-то заказывала. Что что-то? Да. Она еще что-то будет. Три предмета, еще два предмета надо. Подождите, мы три заказывали. Таня, а спасибо, ты сказала. Я вам покажу, как... Я выберу Полину. Она будет у меня плавать. И у меня тоже будет плавать. Так, и теперь у нас еще есть вот такие вот общие подарки. А вы открывать не будете? Так, смотрите, вот такие красивые резинки, каждого по две. У нее хвостик большой. Целенького мне дайте. Слан, Слан, воспитатели, да, которые? Целенького мне. Хорошо. Так, да, потом смотрите, вот такие лаки. Может, мы фиолетовый? Будем краситься? Да, фиолетовый. Слан, а может воспитателю отдать это, которое общее подарок? Спасибо тебе, не надо. Так, может, мы сейчас уже будем? А, ну ладно. Да, спасибо, Тина. Спасибо, Тина. Ну, мы с Тиной решили, что чтобы ты играла, Лин. А тут если ты не сможешь играть. Смотрите, вот это вот догадайтесь, что тени. Это такое. Тени! Нет, нет, это не тени. А это пудры. Я знаю, это правильно, вот здесь, вот как да, тени, да, да, надо всегда красить. Это пудры. Можно я выиграю вот эту? Смотрите еще, что у нас есть. По две. Это блеск. Мальчикам сейчас тоже будет, не волнуйся. Мы же мальчики джентльмены, да? Девочек пропускают вперед. А достань нам джентльмены. А вы сами сможете это отшить? Сейчас, подождите, достань. Это для губ? Да. Для губ, Марта, я Ой, я в нее не играла, ведь я не смотрела. Я лисы. Так, девочки, смотрите еще. Вот тут вот такие, знаете, что это? Наклейки. Да, это для дела, наклейки, татуировки. Вот такие красивые. О, ты сюда на руку. Да, а мне надо кусок. На руку и водой смочить, нет, и она останется на руке, понятно? Только не надо все тело сразу заклеивать. Давайте договоримся. Да. По две, сколько? По одной. По одной наклейке. И на лицо не надо. На лицо не надо, да, только вот... Вот я на лицо сказала, не делай по одной. И у вас еще тут останется. Что, Никит? У меня, я буду... Сейчас, подождите, слушайте, куда можно другую руку. Можно на руку, на другую руку. И можно еще... Нет, на шею лучше не надо, давайте лучше только на руке. А то вы все себя заклеите. И Ивану Арнольдовичу не надо показывать, он сразу скажет стирать. Ой, я заказываю такой. А у меня вот какой. И смотрите, вот так кнопочки нажимают.
нажимайте. Доставайте из кнопки, нажимайте. Сейчас у меня два.